фальков о Татарстане. К чему приведет ракетный обмен Израиля и Ливана? Ты молодой специалист? Тогда тебе к нам. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации, Рустам Миниханов, РАИС Республики Татарстан и Ленар Сафин, ректор Казанского федерального университета, посетили научно-технический центр КАМАЗ. Сопровождал гостей генеральный директор публичного акционерного общества КАМАЗ Сергей Кагугин. Министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков в рамках рабочего визита в Татарстан посетил Казанский федеральный университет. Подробнее в сюжете. За время двухдневного рабочего визита в Республику Татарстан Валерий Фальков, министр науки и образования Российской Федерации, успел посетить площадку передовой инженерной школы «Киберавтотех», которая создана на базе Казанского федерального университета и реализуется совместно с публичным акционерным обществом «КАМАЗ». Современный мир, он очень противоречив. Нам надо готовить одновременно. Запрос идет на фундаментальное образование. Все хотят, чтобы человек был широко образован, обстоятельно, основательно. И вы видите всю дискуссию, которая ведется в стране. А с другой стороны, готовить надо быстро, потому что работодатель не ждет, ему надо чем быстрее, тем лучше. И вот где тот баланс между качеством, сроками обучения, фундаментальностью, профессиональным знанием и вообще готовностью жить в этом быстро меняющемся мире, вот это к инженерному образованию очень-очень приложимо. Выступить с докладом на панельной дискуссии в семинаре совещания по реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы», осуществить визит в Альметьевск. Казанский федеральный университет стал конечным пунктом. По словам Валерия Фалькова, промежуточный результат и эффект от плодотворной работы над федеральным проектом видны издалека. Первый серьезный эффект – это, конечно, более тесное взаимодействие наших университетов с бизнесом, с организациями реального сектора экономики, с индустрией в широком смысле. И это очень важно, поскольку это меняет само содержание образования, форматы образования, делает его более качественным, востребованным, практикоориентированным. Но это меняет наш университет с точки зрения исследований и разработок. Под председательством Валерия Фалькова в Казанском университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. В зале попечительского совета КФУ было много разговоров о важном, однако ключевой темой повестки стала приемная кампания. Ожидаем, в общем-то, выполнения всех тех показателей, которые мы для себя определили, значит, как по набору и на бюджетной основе, так и по набору на контрактной основе. Ну и надеюсь, что все-таки наши стобальники или около стобальники выберут все-таки наши вузы. Отметим, что нынешний маршрут уже знаком Валерию Фалькову. В августе 2022 года министр науки и образования Российской Федерации посетил крупные предприятия и ведущие вузы республики. Тогда на расширенном заседании ученого совета Казанского федерального университета глава Минобрнауки подметил успешно выстроенную стратегию КФУ на внешнем и внутреннем рынке и участие вуза практически во всех федеральных программах. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Александр Кузнецов, Ленар Гизатуллин, Универньюз. Израиль и Ливан обменялись ракетами. О причинах и последствиях в нашем следующем сюжете. По словам местных СМИ, армия обороны Израиля ответила ракетами на пуски десятков ливанских ракетно-артиллерийских залпов. Ливан совершил крупнейший за 17 лет удар, хотя признания в нападении не было, во время рейда на ливанской территории были обнаружены ракетные установки. Поступили противоречивые данные о результатах обстрела. Утверждается, что часть ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны. Однако несколько боеприпасов все же поразили ряд зданий в Израиле. Последнее подтверждается очевидцами в социальных сетях. Были опубликованы видеоматериалы, на которых из-за прилета произошел пожар на автозаправочной станции. Это такая черная дыра в системе международных отношений, которая уже долгие десятилетия не решается, не урегулируется и нет вообще тенденции к тому, что она будет урегулирована. Конфликт между Израилем и Ливаном разгорелся десятки лет назад. Фактически, отношения между евреями и арабами – это отношения США и Северной Кореи в миниатюре. Силы несопоставимы, но конфликт будет для победителя крайне болезненным. За последние десятилетия состоялось два крупных конфликта, которые называются израильско-ливанские войны. Их было две. Вот. Можно сказать о том, что вообще возникновение государства Израиль, оно вызвало после Второй мировой войны достаточно негативную реакцию со стороны арабских стран.
Вот, и мы знаем, что было несколько широкомасштабных конфликтов в этом регионе в связи с возникновением государства Израиль и политикой государства Израиль. И Ливан во всех этих антиизраильских, так сказать, войнах он участвовал. Вот. И поэтому отношения очень сложные, и до сих пор между Израилем и Ливаном не существует официальных дипломатических отношений. Эксперты считают, что причиной обострения конфликта между арабами и евреями стали продолжающиеся в Израиле акции протеста. Они проходят против нового правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать Кнессету, это орган законодательной власти Израиля, больше контроль над судебной системой. Сам Нетаньяху заявил, что враги еврейского государства заплатят за каждый акт агрессии против Израиля, добавив, что внутренние дебаты и разногласия не помешают это. Карина Бравцева, Универньюз. Седьмой год подряд в стенах Казанского федерального университета проходит научная нефтегазовая конференция. Подробности далее. В Казанском федеральном университете стартовала 7-я международная молодежная научная конференция «Татарстан АПЭКСПРО-2023». Главная цель конференции – поиск молодых талантливых специалистов и выявление перспективных научно-технических разработок с их последующим внедрением на предприятиях нефтегазовой отрасли. Сегодня проходит второй день. Первый день был это экскурсия по Казани и заселение. Второй день – это основной. Сейчас у нас будет проходить открытие. Сейчас мы скоро уже начинаем. И работа по секциям будет проходиться. Еще сегодня пройдут интерактивы для участников, чтобы они смогли немного отдохнуть. Третий день конференции будет мастер-класс от компании, которая является нашими спонсорами, индивидуальными партнерами. И там уже будут разыгрываться подарки, еще будут интеллектуальные игры, поэтому программа наша насыщенная, каждый найдет себе, что они хотят. Участники конференции, обучающиеся в высших учебных заведениях, а также молодые ученые и специалисты организации нефтегазовой отрасли в возрасте до 35 лет. Конференция пройдет на базе Института геологии и нефтегазовых технологий. Отличительным моментом в данной конференции, в этой конференции является то, что при поддержке «Газпромнефти» и при поддержке нашего научно-образовательного центра «Газпромнефть КФУ» будут организованы специальные кейс-игры по газоконденсатным месторождениям. Они также уже начались в феврале месяце, сейчас уже идет финальные этапы идут. И по итогам последнего кейса завтра будет избрана команда-победитель. В этом году заявки на участие подали более 500 человек. Из них в следующий этап прошли 250 человек из 30 городов России и ближнего зарубежья. Победители конференции получат возможность стажировки в ведущей компании нашей страны и индустриального партнера конференции «Газпромнефть». Екатерина Аскарова, Александр Кузнецов, Универньюз. Всемирный день здоровья – важный праздник для каждого из нас, ведь здоровье человека – главный источник жизни. Далее моя коллега Аделина Абдурахманова расскажет, как этот день провели в Казанском федеральном университете. 7 апреля – Всемирный день здоровья. Традиционно этот праздник отмечается повсеместно, и Казанский федеральный университет принимает активное участие в проведении этого праздника. Так, на протяжении всего дня во всех спортивных комплексах университета можно найти интерактивные площадки. Добрый день. Здравствуйте. Измерить уровень глюкозы в крови, обсудить проблемы с психологом, измерить давление – все это и многое другое можно сделать в культурно-спортивном комплексе «Уникс», где расположилось сразу несколько зон активного времяпровождения. Помимо выездного медпункта, где студенты и преподаватели смогли пройти диагностику своего здоровья, для всех гостей было проведено множество спортивных мастер-классов. Это занятия общей физической подготовкой, зумба, а также растяжка спины. Для всех любителей футбола состоялись состязания в формате «Фиджитал». Департамент молодежной политики сегодня проводит акцию, где наши студенты могут поисследовать свое здоровье, узнать актуальное состояние психологическое, тестирование какое-то пройти на профориентацию, также измерить глюкозу, то есть узнать, какой уровень сахара в крови. Также у нас сегодня предусмотрена лекция от офтальмолога, потому что это очень актуально на сегодняшний день такая проблема. Учатся студенты много, в телефонах сидят очень много, поэтому поисследовать, на каком уровне сейчас их зрение находится, это очень... Я очень рада, что КФУ проводит данное медосследование для студентов, так как сейчас можно узнать состояние здоровья, и это очень важно в наше время.
самом деле я впервые принимаю участие в подобного рода соревнованиях, потому что до этого максимум это наш мини-футбол, там спартакиада, ССК, а в этом году устроили такой турнир, и очень прикольно играть смешанными командами, потому что мы все равно между собой общаемся с мальчиками, а тут вместе выйти на поле, и безумно благодарю наших мальчиков за то, что они нас так поддерживают, помогают, и все отлично проходит, мне нравится такой формат. Спортивные эстафеты всегда пользовались популярностью среди студентов. Так, в спортивном комплексе «Москва» для учащихся Казанского университета состоялись спортивные состязания с различным спортивным инвентарем. Обручи, скакалки, баскетбольные мячи. Соревнование было проведено для девочек, которые поделились на команды. Ну, данный праздник, я считаю, очень важный, потому что наших студентов это стимулирует на занятия именно физической культурой, чтобы они проходили полноценно, для них, чтобы это приносило большую пользу для здоровья, для здорового образа жизни. И также это все очень повышает эмоциональный фон студентов всех и стимулирует, скажем так, дальше идти на учебу с хорошим настроением. Я считаю, что для студентов очень важны такие мероприятия, потому что это отличная возможность отвлечься от мыслей об учебе. И мы были очень приятно удивлены, когда пришли и нам сообщили о проведении этого мероприятия. Отмечается День здоровья с 1950 года. Ежегодно этот праздник посвящается различным темам. В 2023 году праздник носит второе название «Здоровье для всех». Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Ректором Казанского национального исследовательского технического университета утвержден Тимур Алибаев. Он в 1990 году окончил Казанский государственный университет имени Владимира Ульянова Ленина. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!